Сейчас идем. Пошли, дяди, пошли. Не-не, дяди, идем сюда, сюда. Дяди, идем сюда. Проспект Машерова, вон там я часто езжу, а по этой улочке как-то не приходилось. Смотри, отсюда прямо к Троицкому предместью и на улице Богдановича. Да, такой круг можно сейчас пойдем к речке. Сейчас.
Ага. Гостиница Беларусь. Реконструкция. Ракурсом еще не снимал гостиницу. Пойдем сейчас к памятнику Пушкину. И в речку тебя где-нибудь надо так окунуть. А мне вроде как и не жарко. Вроде температура под 30, если не выше. И ветер какой-то теплый. Минск. Пошли. Пошли, в банк тебе нельзя. Ой, крутая горка, но сбежали свои подружки. Вот, обзорный вид красивый. Вот какой-то граффити. Сзади, собачка, сзади, собачка. А, вон собачка. Джек Рассел. Смотри.
Тоже Джек Рассел? Это ж надо, ну, сдалека видно. Ай-яй-яй. А сама сколько ей? 3. А это чья, ваша? Нет. А чья? Ну, женщина. Наша вроде, точно. Это ж мама ее. Она на Заславской живет. Наверное, да. Ну, она, так я же ее знаю. Жуди звать, да? Да. Точно, мама, смотри. Вот это да, как-то мы так встретились. Мама с дочкой встретились. Ну, Жади и ну, Жуди. Жади, ну что, узнала? Узнала свою девочку? Узнала, моя ты хорошая, раздали всех детей. А как-то мы так встретились, вот это да. Вот это надо. Какая радость, да, скажи? Мама, скажи меня. Что ж меня мама так обижает, скажи. Ай-яй-яй, она ж такая шустрая маленькая. Я смотрю, что это пятном само оно сзади. Такой же, как у нас, пятнышко. Ай, ты моя хорошая. Вот радость хоть немножко. А там дворе, ну вот иногда встречаемся вечером. Когда она, видно, еле с работы, еле с дачи, ну, ездит. Так вот, ну, иногда играемся. Ай, хорошо. Ай, хоть немножко вот развеется. Она здесь в банке работает, да? Ну, да, она там. Ну, ясно. Ну, мне раз нет. Самое главное, что здесь где-то. Вот. Смотри, хорошо, что кто-то с ней на улицу вышел. А это вы, ну, дочка ее, нет? Нет, я занимаюсь еще. А, да? А, так вы сам какой-то, ну, спец в этом, да? Да. Ну, это ж надо знать много чего. Как-то, ну, она мне вот, ну, говорила, что где-то оно отдает, кто-то там с ней, сам за ним. Это вы, такой, вроде бы, ну, девочка, как вы это все знаете. Да. Да, это ж надо много знать чего. Учить, они ж умницы, но надо и человек, чтоб знал, как их сделать, ну, еще умнее и послушнее. Ай-яй-яй, это так приятно даже мне видеть. Так было, ну, отдавать их сама жалко. Этих щенят. Ну, жена отдавала чуть ли не... Вот и расстраивалась до глубины души. А сколько у нее было еще? 5 было. 3 девочки и 2 мальчика. Маленькая ты моя. Ой-ой-ой. Ой, хоть сниму, а так, знаете, я всегда снимаю, когда, ну, темно уже чуть-чуть, немножко плохо. Сейчас вот классно, хоть самоснимочки будут, ну, добрые. А, так это вы с ней занимаетесь, с этой красотулечкой, с этой красотулечкой. Она вот, ну, из тех была самая, как бы, ну, лучше, ну, и ела лучше, и, ну, и самая такая была, ну, жиренькая сама, ну, вот виду. То есть самая любимая наша была. Наша любимая. Ой-ой-ой, ну жади, ну что ты так, ну играйся. Навалила всем телом. Сейчас я еще... Ну. Она когда не обиделись где-то, наверное, с недельку. Она к нам, ну, в гости пришла, она сразу за сиську, да, ну буду искать молоко. А какая-то у вот мамы, ну, вот реакция, она сразу взяла, сама, ну, тошнила. Mm-hmm. Потому что, ну, молока нету, она есть сама тошнила, но она есть не ела, мы сразу думали, что это такое с ней. А потом, ну, вот в интернете уже, ну, читали. Да, когда уже, ну, очень, ну, я бы никогда не думал, что они так устроены. Интересно, а? Ой, хорошо. Ну тут она какая-то вот, ну, более спокойная. Там, думаю, во дворе она как черт, ну, бегает вечером. Тут уже будет сама нагулялась. Да, она уже просто. Да. Да, молодец, такая ты хорошенькая. И похожа так, а? Похожа на маму. И такая же веселая. И так же хочешь меня съесть. Хочешь меня съесть? И вот оканчивается как раз клип. 3 секундочки.